In Donetsk region, the Ukrainian army continues to knock out the mortar crews of the occupiers from the village. This time, one of the mortarmen had to test the Ukrainian artillery trampoline. Russian tanks again tried to break through to the positions of the armed forces of Ukraine, but Ukrainian soldiers met the uninvited guests properly. The first tank was hit immediately, and the crew of the second tried to escape. The work of the 59th Motorized Brigade. Let's see what's happening inside Mother Russia. In Voronezh, a drunk jumped from the 19th floor and fell on a parked SUV. When they picked him up, he began to sing songs. He jumped from around 200 feet on the Nissan X-Trail. When they pulled him out of the mangled car, he happily walked to the ambulance. Да, сам спрыгнул. Да, я непонятно, что спрыгнул. Ну, непонятно, что спрыгнул. Он стоит. Батя, ребята, давайте, блядь, напишем это в развитие нахуй. Давайте закроем территорию. Надо закрыть. Там стоят камеры. Вот этот озон, блядь. Да мы в чате, в общем, уже пишем, чтобы не пускать никого посторонних. Уже все у проверяют, никого не пускают. Женщина, вот собака гуляет, пожилая. Я вот с этого подъезда. Она говорит, давайте консьержа, блядь, посадим. Прикол, что ли, блядь? У нас там это, все электрочепки, блядь, взрывали. Это шаманы, блядь. У нас не помогал, я тоже видел, что в своем подъезде выкладывал. Баба зашла ко мне на этаж, до сих пор, вообще, до сих пор, вообще, до сих пор. Через 40 минут она вышла, вышла вообще не меня, она вот такая. Что же, куда я пойду? Я бы не отменил. А постоянно ходят какие-то люди в подъезд. Что-то надо делать, не прикол. Не, ну это ненормально. Poland is literally waiting for the right moment to gain control over west of Ukraine. Sergei Naryshkin, director of the Foreign Intelligence Service of Russia, met with Lukashenko today. Just last week, Lukashenko claimed that Poland was preparing to invade Belarus. Just to be clear, this is pure Russian propaganda. Since Poland is NATO country, any attack would mean that the alliance started a war against Russia. Pure nonsense. Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными кресами Польши, является такой вожделенной мечтой польских националистов, и это становится уже элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования, заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Ну и, конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины, украинского народа. И я бы так сказал, что польское руководство в буквальном смысле ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над
этими территориями, над бывшими восточными кресами. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day, we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.